шубы в рассрочку с 8 по 9 июня. Бородинский проезд, дом 1, около офиса Билайн. Ну что ж, каждый самовыражается как может. Лучше, конечно, прорываться в спорте, творчестве или интеллектуальном плане. Тогда имена напечатают в городских афишах, а пока краткий анонс культурных выходных. Выходные начинаем спортивно, а в субботу встречаемся на зарядке в Майдановском парке в 12 часов. Экологический забег «Чистое Подмосковье» к юбилею также намечен на 8 июня 12 часов. Площадка для плогинга в городском округе станет территория Шарихи-Глазовки. К участию приглашаются все жители. А уже вечером в 17 часов в Майдановском клубе состоится концерт с участием театра исторического танца «Реверанс». Ко дню рождения Петра I и Александра Сергеевича Пушкина «Люблю тебя, Петра, творение». В субботу откроется летний сезон кинопоказов под открытым небом, площадки Сестрорецкие и Высоковские парки. Вниманию зрителей представят мультфильм «Три богатыря и наследница престола», а также кинокартину «Елки последние». Начало в 21:30. В воскресенье 9 июня в МЦ «Стекольный» состоится одно из главных танцевальных событий этого лета – фестиваль Open Dance Floor. Гостей феста ждет качающая атмосфера, мастер-классы и крутые танцы. Для зрителей вход на мероприятие 350 рублей. Фестиваль будет идти весь день с 10 до 22 часов.